И здравствуй, YouTube! С вами Зигзаг Хедж, и вы смотрите седьмую серию летсплея на сервере Cvels.com. Так, что, собственно, произошло? Произошло то, что у меня закончился такой долгожданный отпуск. К сожалению, закончился он очень быстро, и, собственно, неделя меня просто работа в себя погрузила окончательно, бесповоротно, поэтому, к сожалению, серия вышла так не скоро. Ну, я вам сейчас, во-первых, расскажу, как обычно, что же я сделал в перерыве между эпизодами. Во-первых, я нашел резиновые деревья, сделал из них такую мини-ферму, накопал себе резины для того, чтобы делать плентер. Но, собственно, потом подумал и посмотрел по NAI то, что обычный сэплинг, если мы посмотрим его usage и посмотрим, собственно, ферментер, увидим то, что нам дает всего 0,050 биомассы. Это очень-очень мало. Так что я решил найти способ получать, собственно, большее количество биомассы из одного саплинга. Я перепробовал много вариантов, даже, собственно, по подсказке моих уважаемых игроков попробовал посмотреть, что же делается из Magic Саплинга. Это такая штуковина, если мне память не изменяет, из Twilight Forest, но... Ой, из Twilight Forest, из этого... Из, господи, Самкрафта, но могу ошибаться. Если мы посмотрим на его usage, мы увидим то, что он дает 0,250. Вот это уже очень-очень прилично. Но, к сожалению, эти вот ростки, точнее, ферму из них, автоматизировать стандартным простым способом нельзя. То есть я не могу их запихнуть в ферму из Forestry, я их не могу запихнуть в ферму из Mine Factory. Единственный вариант, который мне будет доступен, это, собственно, големчики. Которых, кстати, большое спасибо, кажется, господину Мориксу. Да, мистер Морикс мне сделал подарок. Он автоматизировал големчиками мою ферму. Я, к сожалению, ничего с этими големами делать не могу, потому что они не мои. Но они здесь хотя бы так трудятся на благо и, собственно, добывают мне всякое разное. Ну да ладно, пусть будет. Убивать я их пока не собираюсь, потому что в этом нету смысла. Автоматизировано, и слава богу. У меня, по крайней мере, всегда будет еда и всегда будет хлопок. Так вот, я могу, в принципе, автоматизировать ферму при помощи големов, но учитывая то, что я до сих пор не начал саундкрафт, это будет весьма-весьма проблематично. Поэтому я что решил? Как вы видите по... Точнее, как вы можете догадаться, потому что я здесь сделал, я хочу начать очень-очень осторожно и, собственно, совсем-совсем чуть-чуть развивать пчелок. Мне пчелки нужны для того, чтобы они скрестили мою березу и мой дуб и дали мне какой-нибудь саплинг из Forestry. Дело в том, что если я буду перемалывать, скажем, Lemon Tree саплинг, такая вот штуковина, это дерево из Forestry, мы увидим то, что она в... ферментере даст нам 0,200. Конечно, не Magic Sapling, но тоже очень неплохо. Так что я, пожалуй, попробую вывести какой-нибудь хороший гибрид. И, собственно, для этого мы сейчас с вами сделаем себе сачок и пойдем искать пчел. Собственно, пчел я буду искать за кадром. Ничего интересного в этом нет. А вот сачок я, пожалуй, сделаю в кадре. Как делается сачок? Кто бы еще мне напомнил, как он называется? Забыл. Каюсь. Как же он называется? Скуп у меня почему-то в голове вертится. Кстати, а не скуп ли? Да, скуп. Вот так вот он делается. Нам нужно много палочек и одна шерсть. Я думаю, у меня всего этого есть. Одна шерсть и палочки. Палочки у меня, наверное, здесь. 7, 6. Давайте, собственно, сделаем себе сачок. И мы готовы идти. Да, кстати, мне подарили стол из Ars Magica, учитывая то, что на сервере она теперь установлена, но я пока его даже еще не успел никуда перенести. А, и, собственно, да, спасибо большое всем за комментарии, я разобрался с лифтами. На самом деле, что называется, сам дурак, мне мешала лестница. Так что теперь у меня здесь все успешно функционирует. И это радует. Так, ну ладно, что, YouTube, я пошел, собственно, искать пчелок и вернусь. YouTube, я просто уверен, что здесь должна быть пчелка. Смотрите, как все освещено. Либо кто-то здесь, конечно, уже побывал, учитывая то, как здесь стоит странное дерево. Так, ну что, неужели нет улья? Откуда тогда такой яркий свет? Мне нужны сейчас совершенно любые пчелы, потому что я пока не собираюсь заниматься их разведением. Мне просто нужно, чтобы они мне опылили деревья. Да, жалко, похоже, ложная тревога. Ладно, пошел дальше. Ура, 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 ура. Кажется, я вижу улей. Да. Ух, далековато, пришлось бежать. Так, отлично, у меня есть все, что мне нужно. Только вот единственное, что я не помню, смогут ли Modest пчелки работать в нейтральном биоме. Ну да ладно, и Parched Comb. Интересно, что такое Eatable Stock.
Что-то, видимо, новое в Forestry появилось. Я, к сожалению, о таком не знаю. Ладно, тогда на всякий случай попробую побегать здесь еще. Может быть, найду еще каких-нибудь пчел попроще. И вернусь. И еще один улей, на всякий случай. Ну, повезет, не повезет. Meadows, это уже лучше. Я не получил комп, но мне, в принципе, одного хватит для того, чтобы сделать себе самый минимальный уровень, который bee housing. Минимальный уровень улья, я имею в виду. Так, пойду-ка я, пожалуй, отсюда. Подобру поздорову. Здесь должен быть сундучок. Ладно, тогда не пойду. Тогда попробуем все-таки здесь немножко похулиганить и посмотреть, что мне приготовили добрые паучки в своем сундуке. Помимо, собственно, спаунера. Так. А, ну да, у нас же есть Soul Shards, поэтому я себе получил один шард. Да, не густо. Вообще не густо. Ну ладно. Ладно, YouTube, я пошел домой и вернусь. YouTube, я дома. Наконец-то свершилось чудо. Итак, давайте сделаем Bee House. Кажется, он назывался именно так. Да, такая вот штуковина. Нужны полублоки. Так, где у меня полублоки могут быть? О, они у меня еще и есть. Так, и нужны доски. Они у меня тоже есть. И воспользуемся нашим единственным на данный момент нашей сотой для того, чтобы, собственно, сделать себе bee house. Потому что, если вы знаете, чтобы сделать apiary, нужна штука под названием impregnated casing, а для нее нужен seed oil, которого у меня, естественно, пока нету. Бетон, как всегда, с вами играется. Так, у меня выросли, отлично, две березы и один дубик. Поставим здесь наш улей и запихнем в них, ну, meadows. Надеюсь, что их... Опаньки! Чего у меня здесь за биом-то такой? Woodland. Чё-то мне кажется, что meadows не будут работать при таком климате. Он засушливый и жаркий. Вот ты ж, блин. Так, есть ли у меня рядом какие-нибудь другие биомы, интересно? Как-то я не подумал. Так, вот здесь вот еще есть биомчик. Потом посмотрим, что он из себя представляет, если вдруг пчелки не захотят там работать. Естественно, я себе не могу сделать биоанализер, потому что меда у меня нету тоже. Ну да ладно, пока пчелки там себе будут думать, нравится им это или нет. Кстати, цветочек же нужен. Ох ты, ё-моё. Цветочки. Цветочки у меня должны были быть. Ну, возьмем один такой. Не знаю, понравится ли им цветочек, не извонила. Ну и один такой возьмем. Хотя есть ощущение, что, конечно, не будут они в этом климате работать, но посмотрим. Возможно, я про них что-то забыл. Цветочек, цветочек. Так, пока они там себе думают, давайте все-таки с вами сделаем самую-самую простую систему сортировки. Я здесь себе даже уже подготовил, так сказать, почву под это дело. Я себе сделал дырку. Вот такую вот. Здесь у меня будет стоять сундук, в который я буду сбрасывать все свое барахло. И он, собственно, будет аккуратненько распределяться вот по этим сундукам. Для того, чтобы сильно не морочиться, я воспользуюсь трубами из Extra Utilities. Называются они, кажется, Sorting Pipe. Да, вот такая штуковина. Мне нужно золото, два стекла и Stone Slab. Я очень вовремя себе переплавил много стек камня, только вот куда я его дел, интересно. А, вот он. Потому что мне нужны полублоки. 6. Это будет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аккуратно. Очень аккуратно. Прямо тютелька в тютельку. То, что надо. Как это дело работает? Работает это, если вы знаете, если вы помните, в Logistics Pipes был такой модуль, который позволял, собственно, трубе закидывать в сундук предмет, если в этом сундуке
хотя бы один такой предмет уже есть. Вот, собственно, sorting pipe из extra utility сделает то же самое. Еще мне нужен transfer node для того, чтобы, собственно, enterperl нужен. И какой-нибудь pipe. Для того, чтобы предметы из сундука вынимать. Transfer pipe. Ага, нужно еще. Раз, два, три, четыре, три. Я думаю, что а на том этапе развития, на котором я сейчас, это вполне себе оптимальный вариант сортировки. Так, Redstone. Само собой, потом мы сделаем с вами что-нибудь более интересное и захватывающее. Хотя, я попробую обойтись без каких-нибудь уж очень мудреных механизмов. А может быть и нет. Можно, конечно, будет сделать Applied Energistics, но, как вы знаете, это уже очень просто. Вы все его уже знаете. Возможно, это будет скучно. У меня что, нет лаписа? Есть. Так, и мне нужен Ender Pearl. И мне нужен сундук. Transfer node. А, Redstone. Дубль 2. Отлично. Два трансфер нода. Так, и мне нужен, собственно, сундук, который будет у меня на входе. Ну, пожалуй, воспользуемся железным. Если нам будет мало, сапгрейдим его до золотого. Хотя я думаю, что, может быть, и не будет мало. Так, кстати, пока я искал пчел, я нашел два саплинга от деревьев из джунглей. Так, на всякий случай. Вдруг понадобится. Когда-нибудь. Зачем-нибудь. Для тех же самых деревьев. Так, вот здесь мы сделаем дырки. Сразу скажу, что в этой версии Extra Utilities нельзя использовать крышки из мультиблока, из Forge Multiblocks мода, чтобы прикрыть трубы. В следующей версии это сделать можно. Здесь это нельзя сделать не потому, что нет такого функционала, а потому что, собственно, чанк сразу себе успешно крашится. Дело в том, что этот функционал нормально работает только на версии 1.6.4. Но для тех, кто желает знать, я, собственно, параллельно с тем, что записываю Let's Play, я тестирую сейчас мир на версии Minecraft 1.6.4. Даже я могу сказать, что, в принципе, все достаточно неплохо происходит. То есть, возможно, мы в скором времени увидим 1.6.4. По крайней мере, из мира большинство осталось на месте. Ну, по крайней мере, мой дом. Ха-ха. Дальше я пока не проверял. Так. Естественно, я постараюсь проверить все возможное, чтобы не огорчать моих игроков, уважаемых. Так, мне нужен ключ. Ключ. Кстати, вот еще не помню, мне нужен ключ или достаточно было просто правой кнопкой по трубе кликнуть. По-моему, ключик все-таки нужен. Мне нужно вот эту трубу сделать так, чтобы она не соединялась с этим сундуком. Вот таким вот образом. И, по идее, наша система готова. Если мы сюда сейчас поместим какой-нибудь предмет, что у нас здесь есть инготы, допустим, да? Refined iron неинтересно. Gold nugget, кстати, лежит не там, где нужно. Потому что наггеты у нас с вами лежат вот здесь. Положим сюда один. Следующие три наггета, которые я сюда положу, должны, собственно, в итоге оказаться вот в этом сундуке. Давайте удостоверимся, что это действительно так. Они зашли в transfer node и куда-то себе поехали. 4. Да, они нашли место. Это радует, это отлично. Такая вот простенькая и функциональная система. Все то, что не сможет отсортироваться по сундукам или не влезет в сундук, будет отправлено вот сюда. Что, в принципе, тоже неплохо. Так, остальные трубы мне, наверное, сейчас не нужны. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Земля. Ага, земля. Не сделать ли мне соединение с этими бочками? Здесь будет очень некрасиво, потому что я не смогу прикрыть трубы крышками. Здесь будут трубы видны. Нет, наверное, пока этого делать не буду. Возможно, на версии 1.6.4. Вернем наковальню на место. И, собственно, как у нас делается такая вещь под названием Speed Upgrade. Это апгрейд для трансфер-ноды. В принципе, хочу ли я это сделать?
или мне достаточно скорости, с которой сейчас производится выемка. Я думаю, что мне пока достаточно, учитывая то, что у меня никакой автоматизации нету. Пока нормально, а если будет такая необходимость, я всегда смогу их сделать. Они не очень дорогие, и ресурсы у меня для этого есть. А YouTube, я в процессе осмотра видео на самом деле понял, каким образом мне все-таки сюда провести трубу, чтобы их не было видно, и, пожалуй, сейчас я сделаю так называемую врезку, то есть попробую сюда это дело присобачить. Мне для этого что еще нужно? Мне, собственно, нужно вернуть мои трубы назад, куда я их дел. Вон же они. Так, а мне нужно еще часть сортинг пайпсов сделать. Еще 3, пожалуйста, камня. Еще 2 стекла. И еще 1 золото. Мне даже интересно, получится или нет. На самом деле такой эксперимент, фактически. Ну, попробовать стоит. Восемь сортировочных труб. Так, и, допустим, для того, чтобы видеть, куда я трубы помещаю, я здесь сделаю дырку. Думаю, ой. Так, что-то мы так лагаем. А 1684, странно. Этого должно быть достаточно. Это, конечно, не идеальный тикрейт, но и не самый плохой. Что я, собственно, хочу сделать? Я хочу пробраться вот сюда. И поставить здесь 2 сортировочных трубы. Ну и как, сработает? А повернуть я ее могу? Как бы сделать так, чтобы она присоединялась вот к этой бочке? RW Tema. Вот тебе, собственно, баг репорт. Нельзя повернуть трубу. Жалко. Ладно. А что если... Ай, вода. Ой, вода, 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 вода. Ай, как я не люблю прорубаться в озера или в какие-либо другие водоемы. Потому что потом с базой происходит непонятно чего. Уходи, вода. Так, если я попробую подвести к трубам, к бочкам трубы вот отсюда. Сорс-блок образовался. Ох. Да что такое? Опаньки. Хе-хе. Итак, это не сервер, видимо. Какая красота. Это, видимо, у меня проблемы опять с Wi-Fi на ноутбуке, которые надо как-то решать. Так, насколько я помню, здесь где-то была вода. Постараемся не повторять ошибок. Да, вот она, водичка наша. Даже вот так сделаю. Кабы что не вышло. Так. Если я вот сюда вот трубу помещу, она не захочет соединяться ни с одной бочкой. Ага, да. Это не баг-репорт в сторону RW-тема. У нас же в новой версии Factorization у бочек появился еще и способ забирать и отдавать вещи сзади. Я просто тупо не могу подсоединить сбоку. Могу только снизу для того, чтобы забирать, сверху для того, чтобы класть, и сзади для того, чтобы делать и то, и другое. Так, ну все-таки мне уже идея-то эта в голову пришла, поэтому я хочу как-нибудь ее реализовать. Потому что я так представил, что я сейчас куда-нибудь пойду копать, высыплю весь свой кабл в этот сундук, и он весь успешно у меня сядет вот здесь. Мне как-то не очень бы этого хотелось, учитывая то, что я специально для него сделал отдельную бочку. Что если я, допустим, бочку поверну лицом сюда? И попробуем еще раз. Раз, два. Ага, так мы соединились. А вот для этих мне нужно будет сделать трубу вот здесь в стене. Да, все-таки придется делать в стене. Эх, ну ладно, начал уж. Чего уж теперь. Так, сюда мы проведем обычные трубы. Давайте-ка это дело как-нибудь замаскируем. Труба. Так хотя бы снаружи это будет выглядеть более-менее пристойно. Так, здесь, допустим, вот сюда трубу пустим.
Здесь можно вот так, вот так. Вот так. Зачем это, собственно, себе рубил пол? Ну, ладно. Будет дырка в полу. Хотя можно, наверное, сделать вот таким вот образом. Да, наверное, как-то так. Големчик, ты что здесь забыл? Ну, ты вообще молодец. Ой, ты факел нашел. Как же ты теперь возвращаться ты будешь? Вот ты, ё-моё. Придется ему построить небольшой выход. А, YouTube, я сейчас спасу голема и вернусь. А, итак, YouTube, я здесь все, собственно, успешно соединил. Давайте заделаем пол. И, собственно, нужно сделать еще одну вещь. А именно. А, трубы из Extra Utilities, они достаточно прямолинейные. И, собственно, все делают достаточно рандомно. То есть у нас предмет может пойти как влево, так и вправо. И очень долго здесь будет ждать, пока он, собственно, не найдет место, где ему нужно остановиться. Ой, у меня там улица. Ну да ладно. Для того, чтобы этого избежать, я хочу сделать предмет под названием... как же он назывался-то? Тоже ведь какой-то пайп. О, фильтр пайп. Ой, сколько всего нужно. Ладно, я думаю, что я смогу все это найти. У меня здесь где-то были кактусы. Для чего мне нужен фильтр пайп? Фильтр пайп — это фактически алмазная труба из билдкрафта. То есть мы можем при помощи нее говорить, какие предметы могут идти по какой стороне. Кактусы я срубаю под корень, чтобы, собственно, не пораниться. Думаю, мне хватит. Так вот. Работают они так же, как алмазные трубы из билдкрафта. Но, в отличие от билдкрафта, мы можем для одной стороны назначить... хотя нет. Точно так же, как в билдкрафте, максимально 9 предметов, которые мы можем в эту сторону пустить. Но для того, чтобы это здесь сделать, нам понадобится еще другой предмет, о котором сейчас я вам тоже расскажу, как только пережарю себе... Хотя пусть пока все жарятся, а я приступлю к его созданию. Называется он фильтр. Такая вот фиговинка. А это фильтр. Так вот делается. Так, мне нужно 4 палочки, 4 нитки, моб дропс и редстоун. Делаем себе фильтр. Не хочет делаться фильтр. Обидно, досадно, ну ладно. Так, что там еще тут нужно было? Я же вроде все брал. Тьфу ты, 4 редстоуна. Теперь понятно, почему не хочет делаться фильтр. Потому что у меня плохо с памятью. Фильтр. Если мы его возьмем в руки и скажем то, что кабл, гравий, редстоун и земля, у нас все принадлежат одной группе. Земля, редстоун, гравий и кабл. Это все наша фильтр-группа. Кактус грин. Нам нужен какой там цвет-то был для фильтр-пайп? Гриндай. Кактус грин. Сойдет, отлично. Еще там, ну, что нужно было? Лапис, black dye, white dye, yellow dye, red dye. Так, нам нужны цветочки, нам нужен bone meal, нам нужен лапис. Лапис. Инксек. Один такой цветочек, один такой цветочек. Bone meal у меня есть. Кажется, все. А по центру там, кажется, труба. Да. Красная краска, желтая краска, остальное вроде все есть. Фильтр пайп. И мы этот самый фильтр пайп поставим с вами как раз на пересечении наших труб. Вот сюда вот. Мы скажем то, что по синей стороне идет то, что у нас указано в фильтре. Наверное, не сюда. Наверное, это лучше сделать вот сюда. Ой, какие непрочные трубы. Ага, то есть прямо сюда. Ладно,
И здесь обычная труба. Тогда у нас по черной стороне идет фильтр. По белой у нас не идет ничего. А вдруг у меня будут саплинги? Даже не могу придумать никакой предмет. Ну ладно, фиг с ним. Пусть пока ничего не идет по белой. И по красной идет, собственно, все остальное. Теперь, по идее, если мы сюда все это дело засунем, мы должны увидеть, что у нас все работает. Допустим, гравий. Сколько у нас сейчас гравия? Плюс 21. Гравий. Ищет инвентарь, куда бы его положить. Надеюсь, что найдет бочку. Так, что-то нашел. Плюс 21. Нифига не сюда положил. Куда дел? Или просто бочка не обновилась? Куда же сател гравий-то? Или может быть он еще просто... Да нет. О! Конечно. А я ведь у этой трубы не смогу поменять режим. Ладно, значит, мы отсюда убираем нашу ручную молотилку, чтобы она не смущала систему. А здесь сделаем вот так. И здесь сделаем вот так. И никто ничего не заметит. Ха-ха. Так, собственно, куда нам вернуть молотилку? А молотилку можем пока забросить вот сюда вот, в неиспользуемые машины и их части. Так, пошел дождь. Что-то у меня опять как-то очень все громко. Ну да ладно. Так, теперь попробуем гравий еще раз. Ищи инвентарь. Хотя вот, учитывая то, что у меня появилась вторая линия, может быть, мне и нужен спид-апгрейд. Ну, скоро узнаем. Гравий ушел, и гравий появился. Отлично, работает. Все, теперь у меня абсолютно все, что имеется в инвентаре, будет успешно рассовано по нужным сундукам. Ну и даже пчелок сюда запихну. Пусть будет. И ладно. Так. Кстати, не взять ли нам немножко боунмила? Наверное, в мобдропах у меня это. Нет. Дайс. Да, собственно, весь боунмил возьмем. Попробуем еще рядышком посадить джангл. Потому что вдруг у нас для того, чтобы сделать... А, собственно, у меня же есть Ney Addons. То есть я могу посмотреть, из каких деревьев делается лимон. Сильвер лайм и хилл черри. Отлично. Что-то я с лимоном, по-моему, погорячился. Сильвер лайм сколько нам даст? 0,1. Понятно. Не быстрый будет процесс. Apple Oak. Сильвер лайм. И хилл черри. То же самое. Ага. Нет, ну все-таки шансы есть. Хоть и не очень большие. В принципе, мне здесь не нужен джангл вуд. Ну, давай, расти. Ну, вырасти. Тебе жалко? Тебе что-то мешает? Ну и фиг с тобой. Не хочешь, значит, не хочешь. Так, куда-нибудь вот сюда поставим джангл вуд. Отлично, у нас есть джангл вуд. И все-таки дождемся, пока из этого что-нибудь выйдет. Так, собственно, давайте-ка я сделаю, по крайней мере, плантер. Хотя мне сейчас, если честно, в него особенно и засовывать-то нечего. О, кстати, день. Прежде чем заканчивать серию, надо все-таки посмотреть, устраивает ли пчелок климат. У нас сегодня не очень много народу на сервере. И да, hostile environment. Ладно, иди сюда. И цветочки тоже, пожалуй, я с собой заберу. Попробуем поставить вас вот в этот биом. И посмотреть, что будет здесь. Что тут у нас? Normal. Ха-ха. Вот здесь-то вы точно будете работать. Замечательно. Куда бы мне вас так поставить? О! Отличное место.
Здесь будет, допустим, дерево. Вот здесь будет улей. Сидите. Не то. Сидите. Цветочек. Цветочек. Так, джангл саплинг пока не буду сюда сажать. Нужно сюда посадить дуб и березу. Один дуб, один береза. Хотя почему один? Ну ладно. Начнем с малого. Вот сюда посадим дуб. Где береза? Сюда посадим березу. И за бомбом мирим. Ну давай, дуб. Вот. Теперь, собственно, надеюсь, что однажды у меня здесь появятся какие-нибудь мутации. В чем минус бихаузов по сравнению с apiary? В том, что я никак не могу это автоматизировать. То есть, если я сюда даже поставлю трубу, она не соединится с этим ульем. То есть, мне каждый раз придется менять здесь пчелку вручную. И, собственно, как вы можете видеть, сюда нельзя вставить фреймы, то бишь рамки. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нету. Мутацией я здесь заниматься не собираюсь. А, кстати, да, собственно, еще самое важное, то, что в бихаусе пчелы не могут мутировать в принципе. Они всегда останутся теми, каких вы их туда запихнете. Надеюсь, что они, кстати, могут влиять на деревья. Думаю, что я как раз сейчас в перерыве между сериями заодно и узнаю, так ли это. Почитаю Вики от Сингера. Ну что, YouTube, до новых встреч. Счастливо!